верите в волшебство и в чудеса, верите? Да. Так что давайте сейчас посмотрим. Итак, у меня здесь есть красивый волшебный золотой ящичек. Я вам покажу, что есть внутри. Итак. Наверное, что-то забыла, потому что он пустой. Извините. Хотя, подождите. Если именинница знает какие-то волшебные слова, заклинания, может, что-то получится. Вспомни, пожалуйста, может, эта штучка придет сюда, которую я оставила дома. Вы видите, здесь совершенно все пусто. Ты готова? Так, сейчас я закрою крышечку. Итак, попробуем. А это говорит слух? Можешь даже подойти сюда и сделать вот так по-волшебному, по-настоящему, да? Абракадабра! Это что такое? Ребята, как это ты сделала? Я вообще-то не шиншиллу хотела, чтобы появился цветочек. Как ты это сделала? Ребята! Это волшебство самое настоящее. Значит, она на голову к тебе хочет. Можно? Говорит на голову. Можно тебе на голову? Ну, сиди на голове тогда. Я хочу. Интересная шиншилла. Возьми ее на ручки. Я тоже хочу, чтобы она ко мне на голову. Я хочу, чтобы она ко мне. Я аккуратненько, можно погладить, ребята. А можно ее на эти ручки? Запустить не нужно, но вот на твоих ручках может посидеть, может сфотографироваться. Она хочет поедить. Я хочу, чтобы она на мою голову пошла. А я хочу ее подержать на ручках. Все вы можете погладить от рук именинницы, ребята. У нее волшебные ручки, у нее все получилось. Амелия волшебница? Амелия, ну дай ему погладить. Дай погладить. Честно, я не знаю, как это...